Когда первые лучи солнца уже опустились на город, на Самарский пляж выезжает техника. Задача погрузчиков – разровнять песок, который сюда выгрузили с баржи. Иван Осипов уже 7-й год за рулем погрузчика. Говорит, задача несложная, но ответственная – обеспечить качественный отдых горожанам. Выравнивать, где ямы, заваливаем, обновляем песок. Песок начали завозить после того, как очистили береговую зону. Общая масса песка, которую завезут на пляже, 17,5 тонн. После того, как планировку песка закончат, водолазы обследуют акваторию и очистят дно. Также специалисты установят пляжное оборудование – лавочки, раздевалки, деревянные настилы для маломобильных граждан. Сами самарцы уже с нетерпением ждут, когда городской пляж заработает в полную силу. Мы здесь очень любим гулять и всегда здесь очень хорошо. Я думаю, что это лучшее место в Самаре, где можно погулять. Также на набережной уже установлены спасательные посты. Всего их будет 14, 9 из которых располагаются в специальных модулях. На пляже в районе второй очереди набережной один из пунктов начал работу заблаговременно. Подготовку к купальному сезону обсудили на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары, которое прошло под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко. По всем пляжам выставили мы посты, а я имею в виду посты, это вот где будут стоять модули, где будут стоять, находиться сами спасатели, оборудование. И с 10 числа в полном объеме, независимо от того, что выставлено оборудование, не выставлено, спасатели уже будут дежурить с 8 до 22. То есть для повышения уровня безопасности работу спасательных постов продлили на час. Песок уже завезли на первую и четвертую очередь набережной. В ближайшие дни выгрузку будут производить у загородного парка и на спуске с улицы Советской Армии. На вторую очередь песок будут высыпать после проведения «Волгофеста» в 20-х числах июня. Остальные пляжи будут готовы встречать гостей раньше. С 15 по 18 июня пляжи осмотрит комиссия с участием МЧС, а также возьмут пробы воды. Михаил Ермоленко, Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.